Уважаемые поэты и несколько гостей нашей секции, наша, ну, не только так, есть и Буш, и есть и Любовь, поэтому тут секция. Итак, наше 280-е заседание продолжает еще один поэт, Вера Осипова. Вера Игоревна вообще мастер большой формы, поэтому и буклет, и сам метраж нынешнего выступления, конечно, существенно ужимает ее творчество до размера средних и коротких стихов, но тем не менее хотелось бы представить этого автора, тоже автор нескольких книг и одной, которая должна была выйти, но вот, к сожалению, это же надо, машину с тиражом угнали. 30 декабря. У кого еще такое бывает? Итак, Эльвира Осипова. Да, Эльвира Осипова, вам слово, Эльвира. Действительно, я думала, что я приду к вам сегодня с новой книгой. 30 декабря я должна была ехать в типографию за этим тиражом. Я позвонила с утра, и мне сказали, у нас большое печальное известие. У нас угнали машину с вашим тиражом. Поэтому немножко вам я решила, что это настолько ценный тираж. Поэтому немножко подождите, тираж найдем, и вам не будет, и вам его вернут. В типографии очень передо мной как бы извинялись и сказали, что вот в конце этой недели мы несколько книжек уже вам отпечатали, я говорю, не нужно в среду. А большой тираж? Да тираж не такой большой, 200 экземпляров, но, как говорится, будет новый тираж, ничего страшного. Я просто хочу сказать, что самое главное, ну я часто бываю в разных литературных гостиных, и очень часто возникают как бы такие беседы на тему о форме и о содержании. Любое произведение содержит, безусловно, и форму свою, и содержание. Когда и форма, и содержание, они на большой высоте, это замечательно, это получается шедевр. Поэтому все наши классики, Александр Сергеевич Пушкин, Лермонтов и все-все-все остальные, это совершенство и формы, и содержания. То есть обязательно должна быть суть произведения. Пытаюсь следовать этому правилу, как получается, наверное, вы послушаете. У меня вышло несколько книг, сейчас у меня в руках только две, потому что остальные уже... Ну, исчезли, как говорится, даже у автора их не осталось. Вот такая книжка «Горящее сердце». Все они хорошо оформлены, с картинками, но продавать уже не продаю, потому что кончится тираж, он будет заново, наверное, напечатан. И еще более, может быть, значимая вот такая книга «Восьмое чудо света» или «Как Иван в опасный час от корысти царство спас». Как Иван в опасный час от корысти царство спас. Каждый раз, когда в человечестве возникает такое состояние, как жадность, корысть и желание иметь как можно больше и только для себя, такое человечество подходит к финишу своего существования на Земле. Так ушли, мы знаем, что было много цивилизаций. Лемурия, Арктида, Атлантида и многие те, кого уже... Нет, и название мы еще не придумали даже. Так вот сейчас, когда у нас в нашем человечестве, представителями которого мы сегодня с вами являемся, вот эта корысть, она завладевает, ну, как говорится, умами людей в очень большом объеме. И поэтому я посчитала, что такая сказка должна быть обязательно написана, чтобы наше человечество жило долго и процветало. Вот. Следующая книга, ну вот она у меня пока, к сожалению, вот в таком вот варианте. Но мы еще ее представим здесь, на следующих сессиях, так что... Значит, я считаю, что главное сейчас – это духовно-патриотические вещи, которые мы с вами должны сегодня нести людям. Именно этого сегодня катастрофически не хватает не только на Руси, но вообще в мире. Поэтому... Давайте мы с вами дружно, люди пишущие, писать на эти темы. Вот в этой книге будет три части. Первая часть называется «Лишь Русью». Ну, я могу многое
читать отсюда, но времени, к сожалению, не так много. Поэтому постараюсь читать самое небольшое, к сожалению. Хотя самое большое, может быть, оно еще лучше, чем самое небольшое. Лишь Русью. Когда пред Богом стану я, и Он меня живее спросит, куда ты хочешь, дочь моя, чтоб ныне я тебя забросил? В Египет, Францию, Кувейт, в Китай, Канаду или Штаты? А может быть, на склоне лет к арабам жарким, в Эмираты? Исполню все, лишь выбирай тот уголок земли счастливый, где, может быть, узнаешь рай в объятиях роскоши счастливой. Я возлюблю, о Господь, ко мне ты милостив без края, но горек чуждый мне ломоть, и не мила земля чужая. Меня не манит ни Перу, ни Рим, ни Конго, ни Гавайи, в Россию матушку одну я всей душой своей желаю. Оставь китайцам их Шанхай, пред немцам выложь лед Европы, а мне Русь мою подай, лишь Русью грезят мои стопы. И пусть сейчас она больна, без битвы явной, но разбита, но это значит, ей нужна, ой, как нужна моя защита. Да и к тому же, коль не я, то кто сегодня рук не сложит, кто из-под плена забытья подняться матушке поможет? Лишь на сынов и дочерей ее последняя надежда, лишь на сынов и дочерей, как в лихолетиях было прежних. А потому, Господь, прости, что не ценю твой дар небесный, и лишь в Россиюшку пусти. В России нынче мое место. Здесь будет также рассказ танкиста, который напечатан уже во многих литературных изданиях и сборниках, и, как говорится, печатных изданиях, поэтому читать я его не буду, его, наверное, многие знают. Это подвиг человека Зиновия Колобанова в нашей Великой Отечественной войне, когда он в одном бою под Гатчиной уничтожил 22 фашистских танка. Лично. Остался жив. Лично 22, а его рота уничтожила больше полсотни. Правильно. В этом бою. Это совершенно потрясающая история. Ну вот она будет также в этой книге. И сегодня я принесла ее вот в таком виде. У кого будет желание ее просто взять, я могу ее сегодня просто тоже дать. В нашем районе, кстати, Красносельском, эту историю распечатали, напечатали книгу, и, как говорится, она тоже уже ушла. Поэтому у меня ее просто тоже, к сожалению, нет. Это прошло без меня. Давайте я вам прочитаю, так как история тоже патриотическая история, о герое Персидской войны Гавриле Сидорове. Но, по сути, здесь я написала поэму, которая описывает всю Персидскую войну. Поэтому всю Персидскую войну я вам сейчас читать просто не буду. Я прочитаю тот кусочек, ну, который, наверное, нужно знать. А историю чуть-чуть расскажу, как говорится. Значит, во время войны Персидской 1805 года получилась такая ситуация, когда 500 русских воинов оказались против 40 тысяч персов. И вот им нужно было выстоять, выдержать и защитить на Кавказе ту часть нашего Отечества, горную часть нашего Отечества, пока не подойдет подмога. Они это сделали. И там была ситуация, когда я не буду читать как бы всю вот эту историю, но когда уже осталось порядка всего лишь 100 человек в этом бою, они сражались где-то 8-9-10 дней, оказались в окружении, им было уже нечего ни пить, ни есть, они уже съели траву, на которой они, как говорится, стояли, а вокруг была вот эта громадная армия персов, которая не могла их 8 дней взять, победить. И уже ситуация подходила, становилась настолько острой, что нужно было что-то делать, иначе, как говорится, их просто не осталось бы в живых. И командир предложил выйти из окружения и занять крепость, находящуюся там в каком-то количестве километров. И там уже, имея две пушки, которые у них были в наличии, ну вот стоять до тех пор за стенами крепости, пока не подойдет подмога. Поэтому вот
кусочек этой истории я сейчас постараюсь вам прочитать, потому что тут командир, взъерошив прядь, воскликнул: «Прочь тревогу! Я запрещаю умирать, ведь наша цель врага держать, от смерти мало проку. Дождаться помощи родной — вот главная задача. И перед ханской ордой средь гордых гор стоять горой, горой, а не иначе. Однако нас чуть больше ста в живых уже осталось, худых, как будто тень перста, истерзанных, усталых. И пусть не личен человек, но есть одна идея, безумная, как летом снег. Но чем безумнее проект, тем нынче он вернее. Смотрите, если изловчась, уйти из окружения, и хана снова огорча, с ордой персидской на плечах, начать вперед движение, затем за облачной тропой махнуть версток 30, то перед крепостью одной мы можем очутиться, ее мгновенным штурмом взять, и за ее стенами уже хоть год, хоть два, хоть пять врага отбрасывать и ждать, пока своя вернется рать или персы схлынут сами. Идеи ловим на лету. И вот лишь ночка вышла, мы словно в пламенном бреду сквозь всю гигантскую орду ступаем, еле слышно. Рывком снимаем часовых, и, чуя перса кожей, мимо шатров полуслепых еще проходим строже. При этом, словно миражи или призраки их духи, получим пушки за уши, срываясь от натуги. Да и друзей, кто слишком слаб, измучен в ранах пылких, мы каждый, меряя ухам, уносим на носилках. А персы спят, беспечно спят. Вы спите, персы, спите. Зачем вам знать, что наш отряд решил сменить обитель? Чтоб ваши сны не ворошить, мы мимо вас без звука даже травой не шелестим. И, наконец, ураживаем мы все за гранью круга. Но рано, братцы, ликовать и рано расслабляться. Еще всю ночь в горах плутать, а это ведь нищий хлебать, не на печи валяться. Уймем уже боль, восторг и стон, оставим смех тревожный и вновь продолжим марафон смертельный, невозможный. То спотыкаясь, то скользя, цепляя камень острый, превозмогаем все нельзя с немыслимым упорством. Все глубже, глубже в темноту. Да что это за крики? Там персы ищут, не найдут, ни кнут, ни ножек, ни хомут, ни русские вериги. И начинают свет во след великую погоню, чтобы хотя бы силуэт увидеть наш спросонья. Теперь хоть крылья себе свей, но нужно нам стараться в заветной крепости своей быстрее их добраться. И мы взметнулись, будь здоров, физкульт, привет вам, персы! Как вдруг нежданно длинный ров нам тропку перерезал. Его, конечно, мы пройдем и раненых протащим, но пушки нет. Они рывком вниз полетят, и там редком на дне застрянут мрачно. Но как же нам их протолкнуть на берег супротивный? Засыпать ров хотя бы чуть-чуть, или мост устроить дивный? Однако рядом ни доски, ни деревца, ни палки, и сердце прямо бьет виски, бросать железных жалко. И мысли кружатся в разброд, что делать непонятно. Но тут уж я шагнул вперед, и речь понял изрядно. Нельзя нам, братушки, никак оставить наши пушки. Лишь с ними крепость защищать мы сможем, сколько нужно. Лишь с их поддержкой и огневой мы крохотным отрядом перед огромной ордой все выдержим осады. Спасти должны мы их, спасти, во что бы то ни стало, хоть на закорках унести, хоть лечь самим на их пути живую переправу. Да, лишь вот так мы нынче мост сомкнем из тел солдатских, когда без лени и без роз живьем зайдем на свой помост и ляжем в яме братской. Иного выхода нам нет, и время поджимает. Шумит, торопит хан Ахмед, на пятки наступает. Благословишь отчизна, мать, в сей миг не растеряться. Хоть двум смертям и не бывать, но все ж одно не миновать. Так стоит ли бояться? Ведь души тех, кто Русь спасал и пал в лихом сражении, уходят сразу в небеса, без доли промедления. Тогда во имя всей Руси, во имя сел родимых, вперед, Илья, за мной, Василь, ложимся в ров, и гой еси, будь вечно здрав, Данила. Мы молча спрыгнули на дно, обнялись полюбовно, перекрестились, и гуртом легли, как будто бревна. Еще мгновенье, и по нам, прижатым друг к дружке, по ликам нашим и бокам,
загрохотали пушки, неторопливо, тяжело, все глубже и все глуше, тел непокорных полотно утюжа неуклюже, и хруст раздавленных костей, как выстрел из винтовки, и новый хруст, еще страшней, сухой, колючий, ломкий, и боль, согнувшая, как хмель, в своих объятиях страстных, и разноцветная метель в очах доселе ясных. Последний вдох, последний стон, чуть слышный, без ответа, и кровь, хлестнувшая ручьем на пыльные лафеты. Так кровью русскую своей, пречистой и прялой, мы окрестили в этот день все пушки до отвала и провели их через ров, и с ними крепость взяли, и край российский от врагов, как прежде, отстояли. Но только с тех далеких пор меня давно уж нету, а Русь стоит и красит взор, героев дарит свету. И я вам нынче из былин кричу: Петры, Василий, гордитесь тем, что родились вы в матушке России. И, может быть, в урочный час, припомнив о Гавриле, любите Русь сильнее нас, ее храните пуще нас, как мы ее хранили. Значит, книга будет называться «Парус души». Я прочитаю вам немножко поменьше истории, которая касается как раз «Парус души». «Парус души». Сейчас, секундочку. То есть я люблю писать притчи, легенды, истории. И вот такие притчи, легенды, истории помещаю вот в свои книги. «Парус души». Я подниму души священный парус и в море бурь фрегат свой разверну. Давай, мой друг, морской исполни танец, а мой борта о пенную волну. Мы поплывем далеко и надолго, успеешь даже берег ты забыть. Дни промелькнут, как слезы у ребенка, а мы все будем плыть и плыть и плыть. Но тут ветра мечту мою прервали, вдруг налетев со всех концов земли, на все лады запели, засвистали, и спор великий следом повели. Суровый норд, студеный и колючий, дохнул поземкой снежной и пургой, и загудел: я самый здесь могучий, и парус будет мой, и только мой. Опомнись, норд, ты заморозишь парус, промолвил Зюйд и бросил горсть дождя. Дрожать во льду, какая в этом радость? Пусть лучше парус слушает меня, а я его средь бела дня и ночи начну поить небесную водой. Он станет чист, как ангельские очи, и вечно влажен, словно царь морской. Но удивил, по морю плавать влажным, не смог усмешки жаркий хост сдержать, висеть на рее полотенцем пляжным и с высоты дождинки вниз бросать. Уж лучше я в горячие объятья прекрасный парус белый заключу, и полетим мы с ним, как будто братья, искать иных фантазий и причуд. И я огнем своим его согрею, овею весь и нежно осушу, и ожерелье вихрей чародеев вокруг него, играя, разложу. Позвольте, други, но совсем не важно, вступил в беседу хитроумный Вест. Насколько нынче сухо или влажно, давай хворот холостует окрест. Беда придет, когда нагрянет скука, одно и то же каждый божий день. Когда ни жеста нового, ни звука, лишь море синь да от фрегата тень. А я ведь вечно по свету летаю, не просто так гоняю облака. Я столь дотошно вести собираю, что наполняюсь ими, как река. Затем, сложив все вести воедино, я вновь несу их матушке земли. Мне рады все — рыбак и бригантина,
огромный челн и муха на весле. Со мной парус не узнает скуки, ему начну я сказы навевать. Про дом родной, про встречи и разлуки, про то, как славно по волне бежать. Про чудных рыб, танцующих при звездах, и как морской владыка их хранит. И про сильницу, что стрелой острой за миражом таинственным летит. Еще про то, как злой дракон рабочий и съесть желает солнце на обед, забыв, наверное, что всегда за ночью приходит в мир сияющий рассвет. И ловко так, цепляя слово к слову, сплету я столь чарующую сеть, что заплутает парус в ней веселый и лишь со мной захочет полететь. Мы знаем, Вест, ты сказочник известный, опять вперед шагнул суровый нот. Но победи, попробуй в битве честной, где бесполезен слов водоворот. Мы все хотим на парус любоваться, мы все желаем с парусом кружить. Но так давайте биться и сражаться, решая силой, с кем он будет плыть. И вот ветра, фырчая, раздуваясь, и изготовясь к яростной борьбе, вдруг всей толпой накинулись на парус, и каждый жаждал взять его себе. Бушует парус в волнах ураганных, и тянут так его во все концы, что я кричу: «Постойте, басурманы, остановитесь, ветры удальцы! Вы все смелы, конечно, и отважны, и необъятной силушкой полны, но все же даже в схватке рукопашной вы захватить мой парус не вольны. Ведь он же парус вовсе необычный, он из души божественной растет, а потому один лишь голос высший он среди всех созвучий узнает. И только те милые ему потоки, и только те любимые им ветра, что прямо в небо, к истине высокой, свои возносят легкие крыла. Лишь им одним себя он доверяет, лишь с ними он кружится в унисон, лишь с ними он о вечности мечтает, откинув прочь лихие песни волны. И столь его безудержно стремление и беспредельность так его манит, что я уже предчувствую мгновенье, когда он белый в небо воспарит. И как летучий сказочный голландец он поплывет в заоблачную высь, а вы, достать его опять пытаясь, взывать начнете: «Парус, возвратись!» Но уж не будет к прошлому возврата, не повернется тропка жизни вспять, а я, держась за парус закрылатый, начну с ним вместе солнышку цветать. Давайте я прочитаю вам в русском языке историю, шуточную, замечательную историю о русском языке, о сути нашего. И порадуемся тому, что мы с вами разговариваем на самом лучшем в мире русском языке. Даже когда мы говорим слово «здравствуйте», ни на одном языке нет слова «здравствуйте». Есть «good morning», «good evening», «hello», «добрый вечер», «добрый день», «здравствуйте». То есть мы желаем друг другу здравствовать каждый раз, когда встречаем друг друга. Это замечательно. Итак, зоопарк. Однажды в Москве или в славной Твери, а может быть, в доброй Калуге, прилежные вершины наук покорив, домой возвращались подруги. Секретов у каждой почти миллион, и вот, рассыпая их звонко, одна признавалась: «Я так своего люблю озорного зайчонка, и он тоже любит меня горячо, ты просто не можешь поверить. Он тигром бросается мне на плечо, лишь только открою я двери. Недавно вхожу, а он лапой в окно, как лев, и рычит разъяренно. Глядит за стекло, где в стальном кимоно его развлекает ворона. А тут поросенок мой в краску залез, полдня я его отмывала. Хотел бы из ванны мчаться он в лес, а ёркнул ко мне в одеяло. Медведь косолапый, он топает так средь ночи, как куча медведей. И я удивляюсь тому, что пока нет жалоб от наших соседей. Он может, собака, меня укусить и спрятаться от наказания. На самом же деле ему уделить он просит побольше внимания. Случайно беседуют двух близких подруг, услышав один иностранец. Он так взволновался, что щеки его покрыл нездоровый румянец. Позвольте задать вам вопрос небольшой.
Вы видно богатая леди. У вас хабар, как я понял, такой, что в нем есть и львы, и медведи. Но плохо по-русски я есть говорить, да и понимать есть не сразу. Я очень желать с вами здесь обсудить все то, что узнал из рассказа. Я к вам появился за тем, чтобы прибрать к рукам все, что здесь лежит плохо. И ваш зоопарк я готов покупать. В мой дом ему будет дорога. Так что же услышу от вас я, Майнбот? В ответ наша леди смеется. Весь мой зоопарк — это Васька, мой кот. И Васька мой не продается. Пусть доллары ваши останутся вам, со мной, любимый мой Васька. Хочу, чтобы будил он меня по утрам и на ночь мурлыкал мне сказку. Ваш доллар не сможет его заменить. И видно, представить вам сложно, что многое можно за доллар купить, но друга купить невозможно. Подруги ушли, но наш бизнесмен был всем этим так ошарашен, что мог лишь печально и горько вздыхать. О, Раша, загадочный Раша! Да, видно, мой ум не умеет понять. Ваш Раша мне сложен и страшен, что кошка способна собакою стать. Такую возможно лишь у Раши. Волнуешься молодому клену, а шепчу я клену,
как порою летний, наполняюсь силой, силушкой заветной, без конца и края солнышко вдыхаю, дождичком медовым крону умываю, и к землице родной, сочной, плодородной, расправляю корни, крепкие, свободно, отчего рябинушка вся ты вдруг зарделась, словно в жаркий пламень трепетно оделась. Эта фея осень подошла неслышно и меня коснулась кисточкой рыжей. А зачем нарядная среди желтых листьев ты зажгла, развесила огненные кисти? Это дар священный птицам поднебесным. Пусть летят высоко с пламенной песней и расскажут Богу, как я не дремала, радость жизни доброй в грозди собирала, чтоб увидел каждый, вопреки туманам, как сияет радость в ягодах багряных. Получились грозди и горькие, и сладкие, отдаю их нынче щедро, без оглядки. Приходите, братья, к рябине в гости, собирайте радость огненную в горсти, все, что есть, возьмите до последней капли, чтобы вы, родные, в холод не озябли. И поверьте, нет высшего блаженства, чем собою множить мира совершенства. А сейчас, рябинушка, словно после бала, ты зачем ажур свой на земь разбросала? Просто бал окончен, звук умолк последний, и в ковер ажурный прячу я колени, в белый иней крашу веточки ресницы и встречать готовлюсь зимушку-царицу. А потом усну я, но опять весною пробужусь и почки бережно открою. Спасибо. Спасибо. Вы слышали часть произведений Эльвиры Осиповой. Александра Свободина, пожалуйста, хочет открыть сегодняшнее обсуждение нашего автора. Друзья мои, что я хочу сказать. Сегодня мы услышали, вспомнили события столетней давности о персидской войне. 200-й давности. Вспомнили. Это тоже память. Память – это то, что природа и Бог дал каждому человеку. Я хочу еще сегодня обратиться к вам, друзья мои. Наверняка каждый из нас здесь присутствующий в большей или в меньшей мере соприкасались к творчеству великого человека, 2 дня назад ушедшего с земной жизни, к творчеству певицы Елены Васильевны Образцовой. Давайте вспомним, встанем и вспомним, кто что слушал в своей жизни. Ну, все-таки, да, давайте, много слушали, но давайте вспомним Елену Васильевну Образцову. Поклонимся ее таланту. Осталось очень много записей, ну и у каждого в памяти свое что-то не. Вот так. Ну что, спасибо. Да, светлая память этому человеку, безусловно, при том, что она великий актер, певица, она еще замечательный человек. Да, вечная память. Светлая память. Владимир Данилевский, пожалуйста. Значит, мы с Элой занимались Горелло вот 5 лет. И первый наш сборник был посвящен Великой Отечественной войне. И вот, кстати, вот эти стихи, когда Эля издала о танкисте Колобанове, они тогда прозвучали подобно выстрелу. Значит, она заняла первое место на конкурсе, напечатали сборник, в общем, так мы ее узнали впервые. Вот. Потом мы услышали ее былины вот, о персидской войне, там, значит, она выпустила книги для детей,
В общем, мы с ним выступали в сельской библиотеке на Моей Земляшке из Красного Села. Вот. Это человек, который трибун, боленик и поэт в одном лице. Вот. Лирик хороший тоже. Вот. Вы чувствуете, как она Рябину писала? То есть всесторонний поэт, который несет очень трепетное отношение к русскому языку и к тому, что творится вокруг нашей родины. Она болеет очень сильно. Вот. В заключение хочу прочитать коротенькое стихотворение. Какие разные поэты, а поэтессы, как цветы. Все мы осколки полусвета среди всеобщей немоты. Храним мы трепетное слово, великий русский наш язык, где на продажу все готово, где ко всему народу привык. Какие разные поэты, а поэтессы, как цветы. Чем больше злобы в мире этом, тем больше нужно доброты. Татьяна Крыжановская. Здравствуйте. Вот. Эльвира Осипова – опытный поэт, любящий свое дело. Безусловно, поэзия – это ее путь, предначертанный ей небесами. Особенно ценными я нахожу стихи Эльвиры о нашей дорогой родине. Уместно вспомнить слова Горация. Что нам искать земель, согреваемых иным солнцем? Кто, покинув отчизну, сможет убежать от себя? Эту тему развивает Эльвира в своем стихотворении «Лишь Русью». Когда пред Богом встану я, и Он, меня жалея, спросит, «Куда ты хочешь, дочь моя, чтоб ныне я тебя забросил?» Далее идет перечисление различных уголков земли, которые якобы могут сделать поэтессу счастливой. Но какой же ответ Эльвиры? «Оставь китайцам их Шанхай, пред немцам выложь лед Европы, а мне Русь мою подай, лишь Русью грезит мои стопы». В последней строфе стиха Эльвира с еще большей настойчивостью заявляет Богу, «А потому, Господь, прости, что не ценю твой дар небесный, и лишь в Россиюшку пусти, в России нынче мое место». Только истинный патриот своей родины может так ласково называть отчизну. Россиюшка. Мне очень близка гражданская позиция Эльвиры Осиповой. Да к тому же, коль не я, то кто сегодня рук не сложит? Кто из-под плена забытья подняться матушке поможет? Если бы так мыслил и действовал каждый гражданин нашей необъятной России, мы бы с вами сейчас жили иначе. И велика роль стихов, которые побуждают нас доказывать свою любовь к родине не только словословием так называемого псевдопатриотизма, но и всей своей жизни, каждым ее днем. «Почти у каждого есть минимум власти», — сказал Арон. Кстати, свои собственные стихи Эльвира Осипова называет набатными. Знаковым в творчестве Эльвиры Осиповой я бы назвала стихотворение «Преодоление». Бывает в жизни звездное мгновение, когда нельзя душою робеть, а нужно встать и, вопреки сомнениям, шагнуть вперед и смерть преодолеть. Это произведение говорит о том, что автор разбирается в законах человеческой судьбы. Перед нами зрелая личность, способная вбирать в себя созидательную энергию космоса. Эльвира – это настоящий демиург своей судьбы. Алан Кей сказал, лучший способ предсказать будущее – это его придумать. На мой взгляд, стихотворение «Преодоление» в определенной степени соответствует смыслу этого высказывания. Сердце Эльвиры готово неустанно повторять «Верую, верую в милость Твою». И Господь отвечает на преданность Эльвиры, награждая ее даром мудрости. Я хочу превратиться в любовь, в ней сгореть, утонуть, раствориться. Я, как жаждущий странник, позволь,
из источника жизни пропиться. Эти строки говорят о том, что Эльвира находится на высочайшей стадии духовного развития. Она ясно понимает свое предназначение на Земле и, несомненно, находится в тесной связи с высшими светлыми силами. Сократ провозгласил: самопознание и забота о душе являются главной задачей человека, основной целью его жизни, как земной, так и последующей. Я вижу, что истина, которую отыскивает Эльвира, созвучна этим словам Сократа. В ее стихах и вековая мудрость, и личный путь высокоразвитого «я». Эльвире удалось развить свой дар до такого уровня, когда она передает нашему духу сокровенные тайны. И эти тайны дорогого стоят, ибо они способны изменить личность к лучшему. Эльвира знает, как превратиться в любовь. Я считаю, что поэтическое слово Эльвиры Осиповой будет иметь долговечный характер. Апофеозом восхваления личных откровений явилось стихотворение Эльвиры Осиповой «Гимн преодолению». Сам Творец устами автора о важном предназначении. Сам Творец говорит устами автора о важном предназначении человека. И заключается оно в том, чтобы открывать в себе божественное, нетленное начало. Вставать и падать, и опять вставать, но лишь держать, как компас, направление на истину, чтобы в конце узнать, вся наша жизнь лишь гимн преодоленью. Судя по этим строкам, автор проживает яркую, насыщенную и полноценную жизнь. Эльвира Осипова – настоящий поэт, который побуждает нас найти к святому свету устремление. Кто еще хочет сказать? Может быть, еще кто-то хочет выступить, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Только вот сюда выходите, там не надо. С места, пожалуйста. Ставьтесь. Меня зовут Иванина Галина. Вот, я тоже пишу стихи. Выступала от поэтов Союза СПБ, ну, на съезде поэтов России. Вот. Вы знаете что, это очень удивительно, вот по творчеству Эльвиры. Я, честно говоря, только вот сегодня вас услышала, да? И очень мало поэтов, которые пишут конкретно вот исторические такие вот темы. И это очень важно, и это очень, надо знать историю очень хорошо, это на самом деле очень серьезно. Только вот единственное, что, ну вот это лично опять-таки мое мнение, вот слово «физкульт-привет», это немножко было как бы не из той эпохи, вот оно немножко так вот. Сборники. А так вообще шикарно, звонок честно, спасибо. Сборники. Хорошо, спасибо. Ну, вы потом возьмете, давайте сейчас не будем разбирать, и потом сможем подойти к автору. Кто еще хочет, пожалуйста. Вы тогда, ну, потом вы подойдете, вы, да, это все смогут. Тогда я тоже в завершении скажу несколько слов. Вы знаете, тут, по-моему, Татьяна или кто-то на три части разбил творчество направления, я попробую на две, но немножко в другом плане. Мне кажется, что есть у Эльвиры Осиповой то, что относится к поэзии как чисто жанру поэтическому. Здесь она прочитала то же стихотворение «Веру», вот как призыв, да, и к себе, и к небу, да, такое совместное. И есть то, что я бы назвал в большей степени рифмованной прозой, я объясню, почему я так это говорю. Здесь, скорее, некое повествование чисто сюжетного плана, которое, когда передается в большей смысле, в большей части автор хочет что сказать, не как, а что. В этой части перевес идет очень существенный, а это в большей степени характеризует прозу как жанр. То есть поэзия все-таки как жанр, особенно это, наверное, характерно для Серебряного века и более поздних классических произведений, ну вот, например, классика недавно ушедшего
столетие мы отмечали Вадима Шефнера только что. Вот это тоже характеризует и советских, так сказать, наилучших авторов. Они очень сильно думали о том, как сказать. Здесь идет за счет того, что автор своего рода манифест, очень много манифестов есть, и имеется в виду не манифест коммунистической партии, вы понимаете, то, что нужно передать, вот основную содержательную сторону. Вот первая часть, поэтическая, мне кажется, там, где автор работает над рифмой, над ритмикой, вот в том же стихотворении «Веру», оно построено очень, я бы даже его прочитал еще раз, но автор его совсем недавно читал, услышал. Эльвира Юрьевна хорошо читает стихи, и это ее тоже достоинство. Мне кажется, что здесь, в книжках, это вот надо немножко, может быть, разносить, не знаю. То есть вот какие-то действительно сказания отдельно издавать, как... И, может быть, отдельно издавать вот такого произведения. Я почему говорю? Потому что, когда они рядом, то вот это упрощение с точки зрения поэтической вот этих сказаний, оно видно. То есть вы несколько более просто излагаете, повторяете слова довольно часто. Ну, например, слово «столь» не так уж часто используемое в речи такой поэтической. Так, у вас стих в одном из стихотворений четыре, по-моему, раза подряд идущие, так сказать, вот, то есть повторы слов, например, если «тоскаров» — это вынужденная мера, что называется, то для отдельных стихов уже не пройдет, тут надо стараться не повторять лексически. Мне думается, что и там есть удача. Ну, кроме вот этих вот «физкульт-привет» или там «Игорька», например, «Игорька», да? Ну, у нас «Игорек» тут получается. Вот, понятно, да? Надо смотреть за этими вещами чисто техническими. Стараться не рифмовать на одну гласную, что мне кажется несколько устаревшим приемом, когда в сказах устном изложении это, безусловно, будет скрадываться, на листе, когда вы читаете, это будет вылезать. В целом, мне думается, что автор сложившийся, и, что немаловажно, здесь надо сказать не только о сложившемся авторе, но и целиком сложившемся человеке. Поэтому бессмысленно говорить о том, как ему надо писать, а как не надо, он же и так это все сам знает. Но просто мне думается, что мое пожелание, чтобы внутри сказок вы больше работали над чисто поэтическими моментами, которые у вас, несомненно, проявляются в коротких стихах, которые, например, здесь представлены. И думаю, что в этом смысле... Вообще жанр довольно редкий, но у нас есть в Союзе писателей люди, которые пишут Михаил Прокуратов, но я его здесь не могу представить, у него чуть ли не роман в стихах, в том смысле, что на русскую тему. Хотя вот есть и в том же Новгороде Сергей Макаров, который, правда, совсем по-другому, но на русскую тему пишет, у него такой, я бы сказал, более былинный стиль, с многочисленным использованием выдуманных и редко используемых слов, своего рода такая просветительская миссия в его литературе есть. Здесь же главное это в том, что говорит Эльвира Юрьевна Осипова. Я думаю, что там, где она не перебирает с многословием, черт придержит сюжет, вот мы слышали посвященный войне персидской, да, там это четко сделано, ясно, без лишнего, и это достоинство стиха, и это отличительная черта данного автора. Думаю, что вот высокая духовность и такое вот миссионерское начало, если угодно, просветительское и, так сказать, подвигающее нас к каким-то действиям, это самое главное, то, что
характеризует этого автора. Спасибо вам. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли послушать те строки, которые вот я вам сегодня принесла. Благодарю вас за это. Желаю, чтобы в нашем союзе писателей истина, она преобладала все-таки над формой, потому что истина – это важнее. Над формой можно работать. Над формой мы всю жизнь будем работать на самом деле. Всю жизнь можно работать над формой. Но сегодня нам катастрофически не хватает истины. Вот этой истины. И просветительская вот эта работа, вспомним советское время, люди пишущие, они формировали мировоззрение всего нашего пространства. Сегодня мы должны делать то же самое, когда на нас с вами льется море всякой информации, когда наша страна открыта теперь чему угодно на самом деле. Должна быть вот эта истина и суть. И мы с вами должны быть вот эту истину чувствовать в сердце своем и пытаться доносить до людей через сердце свое. Как оно получается у одного так, у другого иначе? Пусть это получается как у можно большего количества людей у нас на Руси. И тогда наша Россия встанет быстрее. Она обязательно встанет. Вот. Но она встанет быстрее, если мы с вами будем делать эту работу вместе. Ну, вот предлагаю делать ее вместе. Да, это будет вместе.